Итак, снова всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим две пары обуви. Это у нас с вами кроссовки и кеды, соответственно, с сайта wildberries.ru. Куплены они были еще в начале апреля, но, к сожалению, не было возможности снять для вас видео. Итак, давайте, наверное, мы начнем с первых ботиночек. Я сейчас вам все покажу. Коробки к ним, естественно, есть, но они уже лежат в антресоле, поэтому доставать я их не буду. Давайте начнем с первых кроссовок. Я покажу вам сейчас еще на сайте, соответственно, как они называются. Это у нас с вами кроссовочки. Сейчас я вам покажу. Давайте так, рассмотрим сначала их вблизи, чем они меня привлекли. Я уже ранее вам показывала заказ свой с сайта AliExpress, где были брючки из льна и хлопка. Соответственно, для них мне нужны были именно вот такого плана кеды либо кроссовки, которые выглядели бы очень так естественно, да, легко и практически под цвет брюк. Ну, я сейчас пытаюсь вам показать ткань, я думаю, что вы отлично ее видите. Она больше похожа на такую парусину. Конечно, здесь прорезиненный носочек, и это очень хорошо. Вся обувь склеена, то есть не прошита вот около самой подошвы. Мне нравится подошва. Сама размер, кстати говоря, у меня 39-й. Мне нравится, что подошва такая рифленая, то есть если будет очень скользко, вы вряд ли упадете. То есть если вы сейчас видите, то зазубрины очень такие отчетливо видны, и достаточно стильно выглядят эти кроссовки. Сзади у них на заднике вот такая вот надпись OFF, такая девчачья в женском стиле. Вот, но хорошо, что не термоядерный розовый, то есть он такой достаточно нежный цвет. Шнурки здесь двухцветные, тоже очень стильно. Итак, что, собственно говоря, хочу вам про них еще рассказать. Стоили они очень недорого, именно поэтому я их и взяла в паре. Давайте посмотрим, какова же была их цена. Сейчас я вам покажу на телефоне обязательно, это очень важно. Посмотреть цену. Так, я, кстати говоря, хотела про сайт Wildberries еще рассказать, но это вам отдельно, наверное, сниму видео, если будет возможность. Итак, вот эти кроссовочки, вы видите, наверное, да, сейчас отсвечивают, конечно, на сайте Wildberries. Их цена, сделано, конечно, в Китае, давайте просто посмотрим. Цена их была 904 рубля, 900, вы можете себе представить, да, что вот за такие вот просто классные стильные кроссовки цена была 904 рубля, но это с учетом скидки. И хочу, кстати, обратить внимание, что здесь все очень качественно прошито. Вы можете видеть, что задник здесь тоже, но он, скорее всего, нет, он не склеен, кстати, посмотрите, он прошит, прострочен внутри и снаружи. Это очень важно. Вот. Ну, конечно, в зависимости от погодных условий, как вы их будете эксплуатировать, понятное дело, проживут они или не проживут. Я специально для дождей, для мокрой погоды заказала с AliExpress себе дождевики на обувь. Ну, я тоже вам их покажу, когда они ко мне придут. Итак, давайте посмотрим, отставим пока, посмотрим другие. Это уже у нас кеды. Это тоже под те же самые брючки, которые я купила. И давайте посмотрим, как они выглядят. Тут они, конечно, уже немножко такие по объемнее и по выше. И, соответственно, это уже не... Ну, можно так сказать, что это парусина, но это не парусина, это уже здесь уже 100% идет ткань. Соответственно, задники здесь тоже такие сделаны под кожу. Это из искусственной кожи прошито. Ну, сейчас модно такие с висюльками всякими. Двухцветные, трехцветные. Вот так вот выглядят сами кроссовки. Ну, кстати говоря, для кого интересно, может быть, фирма, да, давайте глянем. Здесь фирма
не знаю, какая тут что-то написано. Надо смотреть на сайте. В общем, дизайн by Evan Morgan M25, может быть, как-то так они и назывались, по-моему. Ну, зайдите, посмотрите кеды на сайте, то есть отсортируйте по цене, и вам сразу все выдаст. Итак, это фирма Набара, 40-й размер. Вот так вот выглядят данные кроссовки. То есть, в принципе, они очень удобные. Платформа у них тоже такая удобная, достаточно высокая, плотная. Давайте посмотрим, как она выглядит, прорезиненная или нет. Тут уже что-то прилипло у меня на подошву. Ладно, мы это отдерем. Подошва здесь тоже прорезиненная, очень хорошая. Размер, кстати говоря... А, ну уже я говорила, 40-й. Вот, давайте посмотрим, какая цена была у этих кроссовок. Они стоили вообще очень недорого. И сумма этих кроссовок составила 874 рубля. Я просто не знаю, видно вам сейчас или нет с камеры. Очень, очень плохо видно. Сумма 874 рубля. То есть это вообще тоже практически ботинки за даром. При правильной эксплуатации, опять же, да, повторюсь, они прослужат вам, ну, сезон однозначно. Итак, что же хотелось вам рассказать еще про сайт Wildberries. Я, наверное, скорее всего, вам сделаю отдельное видео в режиме прямой трансляции, потом выложу запись для тех, кому будет это интересно. Я, честно говоря, не знала, что на сайте wildberries.ru есть возможность накопительной скидки. Я, честно, первый раз об этом узнала. Может быть, ранее об этого вообще не было, скорее всего. Ну, сайт был в процессе развития. Сейчас на сайте wildberries.ru есть возможность получать скидку, да, от накопления ваших покупок. То есть, чем больше накоплений, тем выше ваша скидка. Там есть разные статусы на сайте, и это очень удобно. Также на сайте wildberries.ru есть возможность получать за покупки бонусы и тратить их в счет покупки. Ну, то есть, знаете, наверное, да, это накопительную бонусную систему, то есть там один бонус равен 1 рублю. То есть вот у меня сейчас на сайте есть возможность, по-моему, 728 бонусов за какую-то покупку, я уже не помню, и ее можно потратить, эти бонусы, на любую покупку, да, там купить любой товар и оплатить именно этими бонусами. То есть практически у вас на счете есть 700 рублей там с копейками какими-то, да, и вы можете оплатить часть покупок бонусами, часть оставшимися деньгами, да, рублями. Это очень выгодно, и мы с вами об этом обязательно поговорим в следующем видео в прямой трансляции. Оставайтесь со мной, всем пока-пока.